Всем привет! Всем привет! Да, у нас сегодня такой знаменательный день у меня, потому что я впервые в своей жизни одел очки и курточку. В ноябре. Нет, в ноябре я курточку одевал, но очки я не одевал. Потому что здесь так солнышко светит. Ничем не знаменательный день, потому что она не одела очки, ты. Да. Мы едем в Барселону, естественно. Хотим пойти в парк Цитадель. Да. Мы о нем очень много читали. Он у нас был в списке мест, которые нужно посетить здесь, в Барселоне. И вот мы наконец-то до него добрались. Ну, еще не добрались, но добираемся. Мы приехали. Вот эта станция называется как? Триумфальная арка. Саму арку мы пока не видим. Смотрите, какое здание красивое. Красиво. Хи-хи. Ходим по парку. Парк очень красивый сам по себе, но почему-то здесь очень много наркоманов, и здесь воняет, не знаю, мы сначала думали, что собаками, потом поняли, что воняет людьми. Да. Людьми, которые не и моются. Вот такие вон странные чуваки здесь лазят, не знаю, на самом деле он делает. Очень укуренный. Да. Этого не видно. Ну, зато здесь есть одно красивое место, я думаю, это изюминка этого парка. И мы сейчас туда идем, к этому месту. Покажем. Угу. Я так понимаю, что еще подняться можно. Будем подниматься? Да. Ну, пошли. Thank you.
честно говоря, не понимаю, как такое красивое и уютное место в Барселоне могло стать пристанищем наркоманов. Да. Здесь их полно. Мы зашли в парк очень быстро. Да, вот там, где только что мы были, там очень воняет. Всем чем возможно. И очень много здесь ходит их странных людей, очень много попрошаек, очень много бомжей. Печально. Да. А место очень клевое. Очень красивое. Сюда, если заходить с противогазом, то, в принципе, можно здесь гулять каждый день. Да. А так невыносимо, да. Смотрите, какой здесь есть огромный мамонт. Он натуральную величину сделан. Знали, чем здесь воняет. Здесь воняет зоопарком, потому что там сзади, там есть зоопарк Барселоны, и он под открытым небом, там нет никаких зданий. Поэтому все запахи идут сюда. Да, и все запахи идут сюда. Но все равно, люди здесь все равно воняют. Это не отнимает того факта, что здесь есть наркоманы, бомжи, вот, и другие странные личности, от которых тоже воняет. Кстати, этот зоопарк, мы про него прочитали, то очень крутой, нам он понравился, там, по крайней мере, по описанию, по фотографиям, но вход туда стоит 20 евро. Нет таких денег. Ну, даже если были, ты понимаешь, что это как-то дороговато. 20 евро. В общем, мы еще немного погуляли по парку, у нас уже стемнело. Да. Да, и мы сейчас уже будем ехать домой. Mm-hmm. Сегодня, кстати, хорошая погода была. И сейчас даже не холодно, хотя я в футболке. Эй, ты куда меня тащишь? Вообще, держать камеру и разговаривать очень опасно, потому что можно куда-то забрести, а потом выключаем камеру и смотрим, где мы. Все, не выйдешь. Да, и как мы сюда попали. Так вот, сегодня погода очень классная, плюс 17 градусов было днем. Сейчас, наверное, немного прохладнее, потому что вечер. Но по ощущениям вообще офигенно. Мы уже дома. Дима там устанавливает нам Adobe Premiere, вот, а я сижу, клацаю Инстаграм. Сейчас с вами поделюсь, такая минутка Инстаграма, что у меня в ленте. Итак, значит, сладости, собаки, что-то собаки, сладости, собаки, собака и сладости, это комбо. Ну и пошло-поехало. Вот мы дома. Ой, ты говорила, что мы дома, да? Да. Ой, я даже не знал. Ты же показалась. А, Катька, ты здесь? Ну, буду прощаться. Я один, Катька не хочет прощаться. Я хочу. Она сидит. Ты пригнись. Когда нас двоих не видно. Не-не-не, камеру опусти. А так? О, супер. Подходит. Все, ребятки. Сегодняшний наш день закончился. Нет, ладно, чуть-чуть не закончился. Мы сейчас еще поучимся немножко. Чуть-чуть не закончился. Поучимся, к экзамену подготовимся. И все, Дима, что ты трясешь-то? Ровная моя рука. Аж легче стало. Да. В общем, всем хорошей недели. Всем удачной недели. Да, спасибо, что вы нас посмотрели. Да. Подписывайтесь обязательно, кто не подписался. Обязательно. Вот, так, кто подписался, смотрите нас еще, задавайте интересующие вопросы, возможно, в комментариях. Ставьте лайки. Лайки. Да, и комментарии пишите. Угу. Все, пока. Пока.